проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 705, второй том. В Писании сказано, что Авраам и Сара были двоюродными братом и сестрой. Как эта церковь толкует в смысле брачных отношений? Ответ Игнатия Лапкина. Дети Адама и Евы женились друг на друге, и это не возбранялось. Человеческий организм еще был силен и неодержим наследственными болезнями и пороками. Кровь еще не была заражена. Далее стали дозволены браки на двоюродных. Природа человеческая ослабевает все более, и болезни людей, близко стоящих в кровном родстве, передаются новому поколению очень легко. Церковь устанавливает особые степени родства. Как это выглядит? Для этого есть здесь специальный материал о браке. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов.